Доброе промозглое пасмурное утро. Доброе утро. Вчера мы были в одних футболочках и даже почти в купальниках. А сегодня мы одели все, что у нас было. И теперь мы одеты и мерзнем. Вчера вечером замерзла. Всю ночь шел дождь, хотя обещали не всю ночь, но он шел всю ночь. Вот, также до утра, как обычно, тут куча компаний орала. И вот мы встали в 5:30. Так что вот. Но мы ждем, когда остальные проснутся. Сейчас пойдем прогуляемся. Да. Сейчас с Лисой пойдем погулять, пока все спят. Что еще остается делать? Здесь везде дороги, скалы. Подъехать может любой на машине. Мы пойдем сейчас вот туда наверх сходим. Обрыв. Мы нашли землянику. Круто, Алиска. Да. Так, ну вот, подкрепились там клубничкой. Сейчас пойдем посмотрим, что там на скале наверху. Ага. Зашли в лес, и столько комаров, но лезут в глаза. Вот пока эту клубнику ели и лесную, меня чуть комары не сожрали. Что мы еще нашли? Иргу. А еще мы нашли иргу. Правда, она не вся спелая. Зато еще волчьи ягоды нашли. Но еще тут есть волчьи ягоды. А вот волчьи ягоды кушать не надо. Можно отравиться. Пойдем посмотрим дальше, что там еще видно сверху. Сейчас тут вот спустимся и посмотрим, видно ли наш лагерь. Так. Лагерь наш не видно, но видно наш катамаран. О, точно. А вот скала. Сегодня мы мимо нее поплывем. Шли посмотреть, что там шумит. О, ничего себе там перекатик-то. Нехиленький. Там туда тоже речка ответвляется. Посмотрим, что там такое попозже. Будем надеяться, не застрянем, не придется мочить ноги, потому что сегодня не жарко. И солнышко сегодня не обещали. Смотрите дальше и узнаете, как мы пройдем этот перекат. Это был наш традиционный утренний салют из баллона. Вот так его развернуло. Ну вот, собрали лагерь. Складываем вещи на катамаран. Не хочу выезжать. А я хочу. Чё так? Я к бобру хочу. К бобру? А как ты с нами на Байкал поплывешь? Там 3 недели бобра не увидишь. Бабушка будет кормить. Кто не знал, кто
Кто такой бобер? Это наша кошка-мышка. Иногда мы ее называем мышка-бобришка. Да. Папа, как сказал, мышка-бобришка, то тогда мы стали ее всегда бобрихой называть. Ага. Так, бобер. Нет. Папа сказал не мышка-бобришка, папа сказал мыха-бобриха. Просто в рифму. Она классная. Фотку сейчас покажем. Зацените. Раззудись плечо, размахнись рука. Берег, конечно, здесь не очень удачный. Ну, крутоватый. Стопа. Веревочку мне киньте. Мы сейчас ее сюда привяжем. Нагрузили. Нагрузили. Прыгай. Ой-ой. Ну все, плывем все вместе. Да. Дальше. Ура! И сап туда же положим. Да. Опять, правда, пошел дождь. Но мы успели хоть собраться. А вот и этот бурный перекатик, который мы сегодня с Алисой утром обнаружили. Ой, и тут, смотрите, ручеечек. Все, камни. О, блин, нехило так. Нам, кажется, правее чуть-чуть надо, мне кажется. Это порожек, да. Это порожек. Это баня. Да вижу я, вижу. Блин, сейчас как бы нам там не сесть. Давай. Все нормально, держим ровно, держим. Проскочили, так огонь ловится. Ага, проскочили. Сели. Блин. Не проскочили. Ай, ты на саду несу. Ой, блин. Табань, Костя, табань. Табань! Ничего себе! Однако! Однако это забавное у нас утро началось. Аж цапля от нас улетела. О, как здесь красиво. Такой поток, чтобы нас перевернуть. Ну да. Я, по-моему, читал в описании реки про этот порог. А, да? Типа говорят, да, кто хочет поспокойнее, проходите справа, а кто хочет... Вот в той узкой, что ли? Ну, да, но если по весне, там можно побольше. А, ну весной что, тогда. Что, сели? Сели. Сейчас покрестем, жопой крин, давай, давай. Качаем. Что-то, по-моему, не помогает. Мама, это называется не хватает. Что, мне может тоже сесть? Не надо. Там станет кинуться, ластик. Давай, весло. Сейчас я буду пока садиться, вы держите его ровненько. Константин, вы поможете папе? Нет, пускай сам страдает. Все, все, нормально. Пошли? Пошли, пошли, да. Отлично, слезли. Браво, плыли дальше. Да. Все. А это вот правая, более спокойная протока. Ну тут, конечно, вообще мелко. Мы бы тут вообще застряли везде. Ну вы там 100% сели. Но. Ну там вон камни торчат. Но. Нет, блин, это не сплав. Это поход по воде. Гулять по воде, гулять по воде. Что, пешком тут пройдемся? Не знаю. Может, водосброс уменьшили? Здесь уже норм. С плотиной, все. Здесь норм, да, давайте садимся.
Ну вот, мне кажется, левее надо. Тут вот тоже, наверное, да, мелко. Ага, там что-то спереди как-то. Да, тут там как-то. Тут вроде по... На тот берег, значит, переселяемся налево. Ага, наверное. Вроде пошибче. Но... Идем? Идем, конечно. Доброе утро! Водомет или на винте? На винте. А чё тут же так мелко? Мы тут вон на катаваране-то пузом скребем. Далеко? Вон там повыше маленько. Да, да. Ну я не знаю, мы посмотрим, как его. Вы, мне кажется, его это... Мы вчера плыли вот там вот повыше. Я весь его, я на сабборде плыл, весь плавник там побил. А он чё вот, сантиметров 20 торчит вниз. Так что не знаю, там, мне кажется, вы не очень хорошее место выбрали для того, чтобы мотор испытать. Пора-пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока-пока, покачивая крылья на шляпах, судьбе не расшибнем, мерси боку. А издалека я думала, что тут лодка, а это просто камень посередине реки. Да не похоже на лодку. Бакланий камень. Точно. Только бакланов здесь нет. Да, мини-бакланий камень. Относительно чистый. Кстати, да. Алиска, хочешь, мы тебя тут высадим? Хочешь, мы тебя тут высадим? Нет.
Ставьте лайкосик за видосик и подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Мы несемся. Понятно, короче. На поток. По мне так по центру. Мы идем на перекатик. А река-то куда поворачивает? Она налево поворачивает? Она налево, левый же поворот. Я предлагаю вот потом туда вот тогда. Влево надо в катушку, да, не в катушку. Ну да, да, вот туда, вот прямо влево надо, да. Сейчас мы этот слив сольемся. И... Да. Главное нам не застрять что-то, а то там может быть мелко. Ой-ой. Ты главное говори, когда там банят. Обнять водоросли на пол напоминает. Так. Опа. Оп. Камушки. Идите левый бок. Все, давайте. Давай. Левым бортом. Идем. Хорош. Ой-ой-ой. Ой, камни. Сели на камни. Все, держи. Нет, тут веслом. Тут еще один камень большой. Сейчас я слезу. Каменная отмель. Мне кажется, да? Надо слезть. Да, каменная отмель, да. Чаль, да. Подзастряли все-таки, да. Там вон камень прямо. Слезай. Короче. Это там, по-моему, везде камни. Не знаю, Константин. Сейчас сделаю. Сели на мель. Там довольно каменисто. Люди больше не услышат. Наши ёбаные смешные голоса. Теперь их слышит только тишина. Люди. Аккуратнее. А там такие камни здоровые. Аккуратней. Ну, я говорю, тут камни крупные. Еще два камня. Что-то мы неправильное направление выбрали. Сейчас перетащим чуть-чуть. Вот там еще камень, я предлагаю вот между баллонами. Вот его пустить. Раз, два, взяли. Ой. Раз, два, поехали. В мою сторону камень здесь. В мою сторону тоже. Да. Сейчас. Мне еще через него перейти надо. Подожди. Все. Стоп. Сядем. Раз, два, взяли. О, блин. Стоп. О, на себя, на себя. Тяни. Два. Что там, глубина пошла? Я не знаю. У меня здесь все глубоко, здесь это, запрыгивай, Ярослав. Хорошо, сейчас. Я залез. Ребятушки, меня сейчас просто... Костя, прыгай. Меня дай туда, к катамаранам, блин. Слезьте кто-нибудь один, придержите. Да мне не слезть тут уже. Держу. Сейчас веслами оттолкнемся. Держу. Все, давай. Слезай. Ага. Все, я залез. Хорошо сидим. Ага. Давай, правый гребет правый. Гребет. Слева камень. Я вижу, мы в него не попадем. Пошли. Ну, вроде, да, плывем. Ой, оперный театр. Одна, какое засадное место оказалось. Толкаетесь? Толкнетесь? Не, намертво. Не, на, Алиска, весло. Держи, Алиска, весло. Подожди, Ярослав, не слезай. Хорошо. Что-то я вообще уже в пространстве потерялась. Чего мы где? Ой, блин, нам главное, чтобы у нас там ничего не продырявилось. Алиска, держимся. Я говорила, надо привязывать. Ничего, что поток-то? Вообще такое. Так, стойте. Не, там камень вон большой. Мы его пойдем-то. Давай. Да, мы на этот камень. Все. Аня, держись. Мама! О, нормально. Тут мама. Нет, не нормально. По-моему, мы на него сели. Че там, не оттолкнешься? Ну, он как бы не упирается вроде. Нет. Даже страшно
Мышка немного. А, вообще, капец, мы что, в берег впечатались? Да. Что это? Ой. Я слезать. Слезать? Слезать. У меня тут не слез, сибасский поток. Я уже стою там. Слез? Слез. Так, Алиска, держимся. Нам с тобой главное. Один конец. Идем, идем. Да. Ё-моё. Ой. Он на камне прям. Да. Поднимай его. Алиска. Все, садитесь, садитесь. Нет. Опа. О. Все, все сели. Так и говорит, отгребаем. Низко. Добавь. Холод достала. Однако. Красавчики. Это было офигеть, Алиска. Страшненько чуть-чуть даже, да. Холодно. Ну все. Искупайте. Вам что-то жарко. Да, что-то как-то жарко стало. Ну вам понятно. Даже жрать захотел. Так понятно. Засадное место оказалось, вообще капец. Садись, садись, там сейчас еще. Конечно, по большой бы воде, наверное, тут проскочили бы. А вот вода мелкая и все. Да. И сели. Там он опять что-то бурлит. А я сейчас Костя подгребет, и мы отойдем маленько туда. Угу. Костя, Костя, подгреби, подгреби. Я ж не вижу, куда. Вперед, куда? О, нормально, нормально. Я думала, так маленько будет. Прошли. О, блин, а тут-то куда идти? Правой стороной. Правой, да. А вы уверены? Я бы левой прошел. А куда левой? Давай лево. Лево, кстати. А, ну давайте влево, да. Там что-то там будет, чтоб скал у нас это. Вроде. Вот сейчас вот так вот ровно идем. Куда? Прямо идем. Прямо идем. Нас не кинет в этот камень. Давай греби. Там это самое, там мелко. Мы сейчас опять там сядем. Ну, а там скалы. Там, а там, смотри, какие камни. Да, уйди, и все, и нормально пройдем. Мель, все, блин, вон тут камни опять. Мель. Ну, проводить надо, что? Себя подожди. Ой, блин. Тихо, тихо. Я утонул. А, глубоко? Костя, толкнешь еще, тут вообще капец глубоко. Что-то мы тонуть начали. Табань. Куда табань, блин? Дай я сел. Да все нормально. Польска, блин. Все нормально, нормально. Сейчас нас развернет, и мы попадем в струю. Алиска, к маме прижмись. Давай. Ярослав, ветки. Ветки. О! Ой-ой. Ветки? Ой, а там острые ветки. Надо аккуратненько. Нормально, они высоко. Ярослав, пригнись ветки. Вижу. Голова береги. Весло вот так вот делай перед собой и глаза береги. Да. Там-то мы бы точно не прошли. Смотрите, там вообще. О, елки-палки. Хорошо, нет, что мы туда не пошли, да. А вот этот старик-то получается. Да, получается вот. Засадный этот старик. Ярослав налегает. Сказал. Засадил у нас тут старик. Да. А я не хочу домой. А хочу я плыть навстречу ветру. А я не хочу. Солнцу и волнам.
Там что-то плещется вон слева там. Опять там какой-то порог. Опять все застрянем. А можно в правую пойти? Может, все-таки вправо, да что-то узко как. Что-то там как-то, да. Узко и бурлит. Так вот, по карте это как раз правая узкая. А левая нормальная. Смотри, там какие-то деревья, прямо через деревья. Да. Бурлит, блин. А еще там рыба плещется. Пойдем туда. Там, похоже, то ли река какая-то впадает. Там может быть мелко, но, по крайней мере, может не так бурление. А может там соединяется уже вот это? Вон там еще плещется. По-моему, мы тоже тут в бурление попадем. По-моему, мы сейчас просто круг сделаем и увидим, что и бурлящий в воде. По-моему, тоже, да. Это ж остров большой просто. Угу. Стояночка. Где? О, точно. Хорошая парковочка. Ну, значит, есть там, наверное, проход. Явно они да. Туда потом плывут, к этой стоянке. О, здесь нихера глубина. Как ни странно, да? Слово уходит. А тут вот уже не глубина. Все, глубина заканчивается. Опа, и там еще трава. Левой стороной держись, потому что справа да. Уходит. Там трава опять. Что-то болото. Трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Че, налево поворачиваем? Ну да, куда тут еще-то? Нет, не земная. Что-то мелкота. Вот этот водоросли. Мама, а если бы у нас такой был пол, только он не мокрый был бы. Опа. И вон точно там этот поток бурлящий, вон мы сейчас в него выходим. И там что-то похоже опять камни. Можно опять закатывать штаны. Да. Все, на, Алиска, закатываю я штаны. Нет, толкнись веслом. И не закатывай. Главное развернуться еще потом. Бабай. Ой-ой-ой. Табань. О, там такой. Слушайте, а прошли бы мы там? Там смотри, какие камни. Сейчас зайдем. Нормально. А слушайте, а с другой стороны пошли бы, тут смотрите, тут какие каменюки да, торчат. Влетели бы, ага. Да, 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 да. Сейчас мы тут раз и выплывем. Левый борт, блин, гребем. Вон что тут какое торчит. Тут бревна какие-то. Какие-то бревна, но. Сейчас бы проткнули бы нафиг. Вот хорошо, что давай, тут давай, не пошли. Так подтопай маленькое, греби. Тут не выгребу один. Добры, что ли, строили? Пашкин. Давай, забыли. Давай, давай. Табань, нафиг ты гребешь? Табань нам надо от этих веток открыть. Ой, ветки. Все, сейчас гребем. Ой, ветки. Костя, поактивнее. Греби. Да, так, поактивнее. Так, все, походу, нормально походим. А, фу. До этого не проходили. Да, угадали. Угадали. По идее, пляж должен быть.
Ну как бы 500 метров, я думаю, мы уже проплыли. Давайте сейчас просто ближе к берегу, да и все. Посмотрим на карту. Слушай, там не, лес один. Не-не-не, нам еще, короче. Еще? Не проплыли мы еще 500 метров. Пожалуйста. Короче, нам вот еще за этот поворот. А вот новый поворот. И мотор ревет. Что он нам несет? О, мут или брод, ты не разберешь, пока не повернешь за поворот. Но мой плод соткан из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. Мой маленький плод соткан из песен и слов, всем моим бедам назло, вовсе не так уж плох. А еще это лоза, да? Он плоскоземельщик. Чего плоскоземельщик? Лоза. Плоскоземельщик, лоза. Юрий Лоза, да. Плоскоземельщик. Вообще капец. Он в интервью рассказывает про плоскую землю с такими серьезными вещами. Вот реально. Это ну а как этот Михалков там про чипирование рассказывал? Потом пошел и сам ужалился, ага. Я не плоская, земля в форме пончика. Нет, на самом деле это все байки. На самом деле земля была плоской раньше. Вот. Потом ударил метеорит. Чего? Она свернулась, динозавры оказались внутри, а люди снаружи. Да. Если прокопать землю, залезть в самую глубокую пещеру, ты окажешься в затерянном мире. Да, там где динозавры. Затерянный мир — это плато. Вот там точно забор. Забор на горе. Похоже, мы подплываем к лагерю. Однако высоко он был. А там мосток. Прикольное место для лагеря. Да вообще. Мрачное какое-то. Кого? А? Что за пищеблок? Пищеблок — это какие-то ужасы? Пищеблок? Да. А, сериальчик? Ужасы про пионер лагерь. Да. Блин, надо посмотреть. Лагерь «Сосновый бор» находится на правом берегу реки Реж, недалеко от деревни Луговой. Вот это, похоже, мост. А зачем тут мост? Там, вон, да, ну так, может быть, гулять, там, может. А с той стороны, скорее всего, приезжали сюда. Нет, дорога здесь. Да? А там вон ворота, смотрите. А. Значит, что-то еще есть на левом берегу. Да, значит. Дети не бегали, не выходили, конечно. Интересно, однако. Да, вон там что-то похоже, что есть, а вон сквозь деревья вижу. Что-то. О, точно там. Иди, Даня. Ощущение, что он себя не брошен. Это байк. Брошенный? Нет, там тарелка стоит. Там тарелка стоит. Брошенные, брошенные. Вон, видишь, эти будочки, грибки-то, помнишь, Костя? Во дворах грибки эти стояли такие, с песочницей. Эти грибки сейчас стоят. Где розы, где? У нас во дворе гриб стоит, вот этот. Может, там забор пойти. Вот, тут нам надо выходить. Нету здесь? На пляж не похож. Так заросло. Точно, тарелка. Вот, кота. А вон, смотрите, это вот не тропинка. Ну-ка, ну-ка, вон. Давай, 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 Костя, Костя. Налегай, налегай. Давайте налегай. Попробуем сюда пристать. Сюда есть, да. Ну, и широко довольно. Опа. Зачалились. Все-таки зачалились. Сейчас посмотрим, что там у нас. Или пристали. Правильно. Все, давай. И подтянем его. Похоже, мы тут не пообедаем. Просто погулять. Да? Да. Да будем обедать, когда приедем. Ну, ладно. С орешками еще, да. Ну все, пойдемте посмотрим. Фух, берег. Ой,
еще там такое нас ждет. Судя по информации в интернете, раньше этот лагерь принадлежал Егоршинскому радиозаводу. Данное предприятие было основано в начале 30-х годов прошлого века. А в 2015 году завод был признан банкротом. Пойдемте посмотрим, что там. А там на столбе фонарь такой весь простреленный. Так вот, да. Слушай, ну трава тут кошена. Ну, да. Тут спортзал. Тут, похоже, этот был поле. А, тут, может быть, какие-нибудь зрители были. Может. Или что, или... Да, здесь вот футбольное поле, ворота. Футбольное поле, но... Фу, сколько тут комаров. Фу! Идёк лес. Что там? Там ракета. Ром, смотри, там ракета стоит. Где? Вон, в деревьях, ржавая. Прикольно. Надо наполнять. Сколько тут комарья. Представляю, как тут детей комары зажрали. О, 1969 год. Там вышка похожа или что вот это? А это котельная. Котельная. Вид такой, как будто у меня несколько лет. Может, 5. Ну уж не 5, ну вот 10 может быть. Фонари-то практически целые стоят. Однако, интересное место. Сейчас мы погуляем, вернемся к катамарану, а его нет. И с этого момента начнутся ужасы. Рома, хватит. Мы попали в фильм. Выживут не только лишь все. Вернее, дальше смогут жить только немногие. О, Ленин! И Ленин такой молодой и юный, как я бы. Как без Ленина-то, конечно. Ну смотри, там он, кстати, там пикалор потрасса. То есть он еще функционировал в российское время. А вон, похоже, ворота-то. Вот, я говорю, дорога. Угу. И смотрите, ворота-то закрыты. Ну так, понятно. Даже беседка есть. Ну что там, пусто? План эвакуации детей и имущества. Нет, слушай, таблички уже такие современные, вот, да? Которые показывают направление, куда ну, бежать при пожаре. Вон, видишь, вон зеленое. То есть он в относительно свежее время работал. Тут осторожнее ходите, могут доски провалиться, а там может быть яма. Тебе бы еще весло, и была бы девушка с веслом. О, это что, питьевой фонтан? Точно, питьевой фонтанчик. Да, фонтанчик. Прикольно.
старая скульптура, а у линии уже нет рогов. Вот пляшелиска, как раньше тут дети отдыхали в таком сосновом лесу, рядом речка. Комары сживали. Я говорю, тебе, Алиса, много комары сживали? Да. Идешь и идешь. О, смотрите, там даже кровати с подушками лежат. Или что-то, полки. Ярусные, что ли? Наверное, вот стол какой-то. Старые шторы висят. Это просто полки. А, ну полки, да. А, стеллажи. Там комнаты, палаты, видимо. С окошками такие. Ага, ну смотри, закрыто на замки. Чтобы воспитатели из коридора смотрели там. Точно, точно, комнаты, да. Чтобы, проходя, можно было увидеть. Это, наверное, не знаю, типа беседок или, может, какие-то склады. А, вон раковины. Слушайте, это, похоже, было типа умывальников. Типа ванн, там вон раковины лежат. Вот, это, наверное, корпуса, а вот эти, это типа ванны. Ну, умывальня. То есть они выходили и тут умывались. А в тех вот панельных домах, может, жили воспитатели? Сколько тут земляники. Класс. Вкуснота. О, какая классная земляничка у Лиски. Ну-ка, да. Кушай земляничку. Ну, мы вообще сегодня чего только не поели. Землянику, клубнику лесную, иргу. Кстати, чем ближе к реке, вот здесь больше комаров, чем мы там ходили. Ну вот, такой лагерь тут был когда-то. Не знаю, что-то сейчас за ним следят, не следят. Ну вот, Алиса, советские дети тут отдыхали. Вот ракета. Вот здесь был стадион. А, это бассейн. Там бассейн. Вода есть? Нет, конечно, нет. Но там уклон. Блин, точно, это бассейн, это вот видимо труба. Да. Прикольно. Там огромный стадион. До метров 20. Слушай, да хороший лагерь, я бы сказала. И тут и прогуляться там туда можно, и на речку посмотреть, на виды всякие. Бассейн-то вообще это полноценный. А если бы этот лагерь был невозможный, тут сейчас бы дети носились. Ну да. В итоге, поискав информацию в интернете, когда же закрылся данный лагерь, люди, которые когда-то отдыхали в этом лагере, пишут, что он не работает больше 20 лет. Но это не точная информация. Ну все, плывем до финиша. Все, Лиска, осталось чуть-чуть. Все. Да. Что, тебе не нравится наш сплав? Нравится, но домой хочется. Просто устала Алиса у нас. Отвыкла от таких активностей. Ну все, отходим мы от лагеря. Осталось нам дойти до финиша. Ну не знаю, может час, может два. Как получится. А есть буквально полчаса. Ну, что-то реально комаров-то. Комары, по-моему, за нами из леса вылетели. Нет, изначально были, они что-то активизировались под вечер. А на папе вон опыт сидит. Смахнул. Так он это, там тебя не прокусит твой жилет. Жара-то какая. Вообще. Ветра нет. Угу. И только мы шуршим водой. Нарушаем тишину. Скрипом уключен. Угу. Что ж ты не смазал уключенным маслом? Я убью тебя, лодочник. Что-то нас потащило влево. Ну сама река нас потащила влево. Но, по-моему, сейчас будет мелко. Судя по всему. Да, мелко. Мелко! Сейчас погребем, нормально будет. Вот и все. Коса просто намыта. Коса.
острова такие пошли большие. Кстати. Все, это уже нижнее течение. Алиска у нас уснула. Прямо на сплаве. Забавно, да, Рум? Кажется, виднеется финиш. Возможно. Но это не точно. А я надеюсь, что финиш. Оттуда-то камешек не видно. Кажется, будто это сосна с плоской верхушкой. Угу. А на самом деле это может 2 или 3 сосны. Может быть, вровень так растут? Одинакового роста просто. Угу. Что-то, по-моему, нам придется мимо. Может быть, это и не финиш. Так, ну дайте я посмотрю тут, что у нас со связью. Паркуемся? Значит, не паркуемся. Ничего. Ничего, одна палочка мотива и 0 палочек мегафона. Связи нет. Сидим печеньками, балуемся. Это время обед. Уже есть охота. Еще хочу. Послушал. Печальный. В итоге мы причалили в деревне Луговая примерно в 4 часа дня. Следом находилась деревня Липина с Липинскими скалами. Рома с Костей попытались вызвать такси, но это сделать оказалось непросто. И вот на берегу встретились мужчины на газели. Они как раз и собирались ехать в Реж и согласились подкинуть наших мужчин до Першина. Да, договорились тут с ребятами, которые вот на машине, на грузовичке обещали нас подбросить поближе к Режу. А там мы уже, я надеюсь, найдем такси, и там будет связь. Ну все, тогда разгружаем катамаран, готовим обед. За что им огромное спасибо. Ну а пока они ездили за машинами, мы втроем готовили обед. И вот примерно через 1.5 часа наши ребята вернулись машинами. Время было около 6 часов вечера. Такой у нас получился сплав по замечательной реке Реж. Очень красивая, интересная река, нам понравилась. Встретили много замечательных и удивительных людей. Всем спасибо за просмотр. Путешествуйте по родным местам. Всем мира и добра.